Привет! Ты на канале ProGavto. Меня зовут Юра. И сегодня мы поговорим о единственном всеместном кроссовере Skoda, о том, как в 2019 году на него поменялись цены и какие добавились пакетные предложения. Skoda Kodiaq предлагается в четырех комплектациях. Базовый Ambition, Style, Scout и премиальные Laurin и Clement. Из двигателей предлагается бензин 1.4 на 150 лошадиных сил и 2-литровый бензин на 180 лошадиных сил, а также есть два дизеля на 150 и на 190 лошадиных сил. Везде идет полный привод. Пакет Ambition включает в себя электрокрышку багажника, руль с подогревом, магнитолу Bolero со смарт-линком и датчик света дождя. Все это стоит $800. Есть пакет Ambition Plus, он отличается только тем, что в нем есть магнитола Amundsen с возможностью навигации и больше подушек, их 6. И будет это стоить все $1,236. Также для комплектации Style есть два пакета, Style и Style Plus. В пакет Style входит электрокрышка багажника, обивка сидений кожа Suede, Full LED оптика спереди, навигационная система Amundsen и выбор режимов движения Drive Mode Select. Все это будет стоить $2,327. Пакет Style Plus отличается только тем, что в него вместо Amundsen входит навигационная система Columbus, комфортная телефония с сим-карточкой и электронная приборная панель. Все это будет стоить $3,331. Комплектация Scout отличается от остальных комплектаций в основном обвесом по периметру. У него серебристые накладки на бампер спереди и сзади, зеркала выкрашены в серебристый цвет и хромированные рейлинги на крыше. Также с 2019 года уже входит магнитола Bolero стандартно в комплект с Bluetooth, руль подогревом и датчик света дождя появился тоже в нем. И есть максимальная комплектация Laurin и Clement. Это для тех, кто хочет, чтобы в машине было почти все. В ней также есть изменения. С 2019 года появилась в базе уже навигационная система Amundsen с комфортной телефонией с Wi-Fi. Руль идет с подогревом в базе. Есть выбор режима езды тоже в базе. Остальные опции можно добавить через конфигуратор. Стоимость Kodiaq начинается от $29,500 и зависит от комплектации, двигателя, коробки, цвета. Также в этом году у нас увеличили гарантию. Она теперь составляет 4 года или 90 тысяч пробега. Раньше за это надо было доплатить $760. Те, кто хотел купить машину в 2018 году, знают, что была ограниченная квота. В этом году квота намного увеличилась и проблем уже с машинами не должно быть. У нас срок поставки автомобиля 3 месяца. Также можно будет подобрать машину, которая есть или будет в ближайшее время. На мой взгляд, это отличный автомобиль для большой семьи и путешествий. Если это именно то, что вам надо, приезжайте к нам, мы поможем определиться вам с конфигурацией вашего автомобиля. Подписывайся на канал ProGavto, ставь лайк, если появились вопросы по этой модели, пиши в комментариях или приезжай к нам в салон. До встречи!